Привет, ребята! С вами Кладёж. Извините, что я так разговариваю. Просто это моя первая запись. Я тренируюсь. И вот, я нашел одну игру под названием Minecraft 3D. Это не монтаж, это все реально. Я нашел это все в Т-лаунчере. Ссылка на Т-лаунчер в описании. Ну все. Начнем. Сейчас идет загрузка. Немножко подождать надо. Примерно как в настоящем Майнкрафте. О май гад, что это такое? Разминка для глаз, что ли? Май. О, ну, что это? Что? Все, игра запустилась. Как видите, на самом деле я уже поиграл в нее. Ладно, выбираем эпизод. Вот, видите, тут написано незарегистрированная версия. Типа, и тут нет. Вот, написано, доступно только в зарегистрированной версии. Ладно, начнем с игрок, это ты. Привет, Нубвиль, сложность. Это типа мирная сложность, это легкая, это нормальная, это сложная, а это экстремально сложная. Загружается как в Майнкрафте 1.14. Подключение к миру, и как вы видите, вот. Я тут уже построил дом. Такой вот. Как он? Оцените его лайком своим. Как вы видите, это 8-битные звуки оригинального Майнкрафта. Вот, это мой скин. И просто, не знаю, мне глюкануло все. Вот. Как видите. Это стартовый. То есть, это мир из демо-версии. Который мы так прекрасно знаем. Хотя мало кто знает, такое штуки. И посмотрите на эту корову. Что с ней? Эта корова взята из плоских мобов, что ли? Похоже на этот моб просто. Видите, там вот портал. Еще я вам один плюс покажу. Тут есть пакет ресурсов. И они работают все. Например, я ставлю Faithful 1. Я нажимаю готово. Правда, подождать надо. И выглядит все это приятно, как в новой версии. 1.14. Все, загрузилось все. Как вы видите, у меня раньше тут был баг. Баг с языком. А вот Minecraft 3D в этой 1090-х годов игра вообще поддерживает такое вот все. Вот. Все хорошо. Вот так вот бычит корова у нас. Ты вот по-реалистичнее выглядишь. Оружие, доспехи, тут примерно все есть. Арбалет есть. Трезубец есть. Одно бессмертие есть. Щит есть. Все есть. Все бомбочка. Арбалет тоже работает. Я сказал, что стрелы мне нужны. Ладно, пожалуйста. Да в смысле, что не так с этой игрой случилось? Неужели как-то мне назвать эту игру нужно? Или, фу, арбалет. Трезубец-то работает? Ну-ка. А вот трезубец почему-то работает странно. Ну ладно, не будем на этом отвлекаться. Да, вот это. Тут типа переводится как нужен
другой диск игры. Если бы сейчас эта игра была в 1000 годах, если бы вообще вы сували карточки, то вы вообще расстраивались по-другому. Но это 2019 год, и вы просто можете нажать Enter. Если вы на другую кнопку нажмите, просто сказал, я сказал Enter, говорит. Вот, нажимаете Enter, и все, бомбочка. Команды в этой игре работают. Чуть-чуть ты не включил, что ли? Все работает теперь. Game Mod Survival All Players. Как вы видите, мой ник почему-то он глючит. Ау, 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 ау. А что меня убивает? Кто меня убивает? Кто меня убивает, я сказал. Что убивает меня? Что убивает меня? Хватит! Что? Что? Не надо, плыз! Вы издеваетесь? Опять? Опять? Что такое с этим миром? Спасите! Что? Я умираю с голоду, что ли? Косточка что-то сделала со мной. Пожалуйста, помогите мне. Вот, тотем бессмертия. Тотем бессмертия. Пожалуйста, пожалуйста, спаси меня. Да! Чичирил смерть немножко. Да что за фигня тут происходит? Да не, я просто ничего не делаю. Слава богу. Да не-не-не. Я не уверен. Это нечестно же. Пожалуйста, не убивай меня, Майнкрафт. Сейчас. Подождите. Всем спасибо за просмотр. Пока!